Человек становится свидетелем начала совершенно новой исторической эпохи. И то, что казалось нам фантастическим завтра, на глазах становится реальностью. Сегодня искусство принимает новые формы и объединяет нации, религии, политические взгляды, идеологии. Сегодня творцом становится все человечество. Искусство обретает ценность планетарного масштаба, являясь культурным наследием Земли. А жители всех уголков Земли получат возможность творческого самовыражения собственных фантазий. Добро пожаловать в будущее! Будущее, склонившееся у алтаря наций. На данный момент в росписи уже приняли участие более 200 тысяч человек из 42 стран. Уже создано и установлено 250 тысяч элементов. На работу затрачено более 100 тысяч часов. Использовано 6 тысяч литров краски и лака. Вес конструкции составляет 28 тонн. Но это только начало. После завершения работы алтарь нации будет состоять из 3 миллионов 480 тысяч элементов. Его высота составит 92, а ширина 132 метра. Общий вес конструкции составит 300 тонн. И каждый на этой планете сможет сказать: «Это сделал я».